Я хоч і кугольної промисловості не далекий, але сталкивався з цим, наприклад, от якщо шахти строюють, там этот самый строят шахтопроходка. Вот они первопроходцы, это называется шахтостроителем. Вот я думаю, в связи с этим он так и назван, что проспект Шахтостроитель. Я думаю, у нас город в основном держится за счет угольного предприятия. Я думаю, не надо его называть, понятно какое. То есть зарплата приходит, там магазины пустые, все дела. Я думаю, ну, много чего в городе связано с шахтерской деятельностью, поэтому ну, это было логично. Он, наверное, с самого начала был уже проспект Шахтостроителей, шахтобудивальники, наверное. Наверное, потому что шахтеры как-то больше это самое все. Для них это строилось, для них это все. У меня мама сама работала в гортопе, и вот она получила квартиру. Правда, не на этой не проспекте, а следующая была улица раньше Социалистическая, а сейчас Почтовая. То же самое, связанное, наверное, с этой профессией. Ну, потому что здесь было шатоуправление в свое время, еще что-то такое было. А так, наверное, поэтому. Я шахтер со стажем большим. Ну, потому что шахтостроители, ШПУ, ШССПУ, которые шахты строят. Может, из-за этого. Шахтостроители, значит, ну, у нас шахтеры, как всегда, и строительство развито. Может, вот из этого, с корня из этого оно и пошло. Поэтому, ну, честно скажу, вот не знаю, не вникала. Не знаю, я маленький еще был, когда назвали его шахтостроители. Ну, я так понял, когда еще начали шахтострой организовываться, ШСУ-2, ШСУ-12, и начали строить Стаханова, Западную, еще какую-то шахту, я не помню. И поэтому шахтостроители первые были здесь. Но у нас вообще сам город шахтерский. Скорее всего, где-то оттуда взято. Тобто закономерно, что в шахтарському місті є шахтарська вулиця? Скорее всего. Потому что шахтостроительный, шахтостройный она строил. Раньше же был трест шахтострой, который строил. Ну, они, правда, шахты строили, но я не знаю, почему он такое название получил. Я не знаю. Я историю как бы не очень знаю Покровска, шахтобудівельників, а будівництва ніякого немає. Можно его и переименувати на героя зараснею України. Я так. И это будет не обидно шахтобудівельникам, яких немає. Я не могу сказать. Может, те, кто строили раньше, начали строить. Может такое быть. Потому что он строился, я не помню уже в каком году, но, наверное, в 50-х, 60-х годах. И там, ну, будівельники эти строили. И вот поэтому его, наверное, назвали так. Будівельники, які шахти облаштовували, так? Да. І шахти. Он так і називається, шахтостроїтельний. Здесь вот эти дома, вот этот проспект начинался с шахтостроя. Поэтому так і назвали. Проспект назван в честь шахтёров, город шахтёрский, вот поэтому так і назвали його.